эхо анапских выстрелов прозвучало в Туапсе. Покушение было совершено на Артура Подольского, заместителя председателя комитета по вопросам предпринимательства, малого и среднего бизнеса Туапсинского райсовета. Неизвестный выстрелил не менее 3 раз по машине, которой управлял депутат. 2 пули задели Подольского по касательной. Сейчас депутат находится в одной из краснодарских больниц. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство и по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов. Напомним, летом 2016 года на родного брата депутата Тимура Подольского было совершено покушение в Анапе. Неизвестные расстреляли его иномарку. Тимур Подольский выжил, его жена тогда погибла. В декабре 2017 года Тимура Подольского пытались застрелить в анапской гостинице.